21 ноября в Дагестане направили 27 тонн гуманитарной помощи жителям Газы, которые уже более месяца подвергаются бомбардировкам со стороны государства Израиль. С первого дня начала военного конфликта Россия поддержала жителей Палестины и организовала план по гуманитарной помощи пострадавшему народу. Прибыли в город Аль-Ариш с гуманитарным грузом, который собрали в Республике Дагестан. Этот город находится от сектора Газа 70 километров. Договорились с Красным полумесяцем. Обещали нам предоставить каждому нуждающему палестинскому народу гуманитарную помощь. На данный момент уже отправлено несколько партий гуманитарной помощи со средствами первой необходимости. Это продукты питания, одежду, перевязочные материалы. Помощник главы Дагестана Магомед Гаджимагомедов также поблагодарил всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи. Огромное спасибо, кто участвовал, кто помогал, кто содействовал. Также огромное спасибо МЧС России, также нашему президенту Российской Федерации, что он вот так помогает, дал возможность всем, у кого есть желание. Огромное спасибо. Опять-таки Россия показывает мировой арене, что Россия – это сильное государство.